назад, падай назад. Я не могу из-за рыбы. Падай назад, смело. Давай. Падай назад. Тихо падай. Спокойно падай назад, прям спиной. Не, ну я порчу, будет за это. Не спешите, ребята, вы наоборот подбодрить его должны. Давай, мы тебя держим. Давай. Падай назад. Просто закрой глаза и падай. Макс, прими решение. Раз, два, три. Доверие – это когда человек доверяет другому человеку. Доверие – это значит доверить другу свои секреты, свои личные. Доверие – это когда ты человеку можешь открыть свои секреты, знаешь, что он никому не расскажет, и никогда не откроет. Я считаю, что доверие – это абсолютное взаимопонимание и уверенность человеку, в человеке, которому ты доверяешь. Все-таки мне кажется, что как узнать, вот это по времени. Время покажет. Спокойно падай назад, я прям спиной. Не, ну я порчу, будет за это. Не спешите, ребята, вы наоборот подбодрить его должны. Давай, мы тебя держим. Падай, давай. Падай назад. Просто закрой глаза и падай. Макс, прими решение. Раз, два, три.